day's her name. Little mouse on the prairie, countryside will never ever be. Приключения полевого мышонка. Спасибо. Автор. Тебе. Визов? Одевайся, Озгут! Сейчас пора жатвы! Жатвы? Скорее, Озгут! Визов, а что значит жатва? Мы собираем урожай, пока не наступили морозы! О! Ну а почему тут собрались все соседи? Сегодня они помогают нашей семье. Они будут работать весь день. Ой! Да! Да, это весело! Есть! А потом наша семья будет помогать друзьям и соседям с уборкой. И так каждый год? Каждую осень до первых холодов. Здорово придумано. Я тоже хочу. Побежали! Надо собрать урожай в саду. Скоро зима, Кол. Воздух стал холоднее. Иди! А что мы будем есть всю зиму? Не бойся, Кол. У нас тут достаточно цветов. Мы можем всю зиму есть цветочные листья. Может, собрать их, пока они не замерзли? Завтра. Да, урожай в этом году отличный. Я очень рад. Пойду и прямо сейчас сварю большую кастрюлю супа. Я не хочу есть мои милые овощи. Я их все лето растил. Прячу-ка я их тут, на чердаке. Ну все, всем спасибо. Завтра приеду на тракторе и помогу с уборкой вам. Так что доброй ночи. А потом я всех приглашаю на праздничный обед у нас на ферме. Ух ты, миссис Ди готовит лучше всех в округе. Холодно. Что такое? Вот красота! Ой, нет, иней! Садись, поешь, папа. Как я могу есть, когда мороз погубил весь урожай соседей? Хорошо, что у нас хватит еды на зиму. Нельзя, чтобы друзья голодали, Озгут. Мы обязаны с ними поделиться. Еды зимой будет не так уж много, но поделиться надо. Какие же вы щедрые! Не волнуйтесь, еды хватит на всех. Понадобится еще, сразу же скажи нам! Это нам? Еда! Не знаю, хватит ли нам еды на зиму, но все, что есть, мы разделим. Этого мало, чтобы всех накормить в субботу. Тетя Молли, а если я скажу, что припрятал немного овощей на чердаке? Боже мой, Озгут, они там сгниют. Сгниют? Ну да, их же надо сварить или законсервировать. Ой, нет! Я не дам вам пропасть зря. И дядя прав, надо делиться. Вот, тетя Молли, возьми их. Озгут, вот красота. Потому я и хотел их сохранить. Но нельзя быть жадным, надо делиться. Ой, 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 ой
везде хватит. Да, и столовых приборов тоже. И стульев у нас много. Еды тоже хватит, хотя бы на сегодня. Да, мама, мы как-нибудь справимся. Если будем заодно. Кусать, кусать. Привет, надеюсь, вы любите домашний сидр. Я сделал его из ваших яблок. Ах, как вкусно! Эгей, тут для вас сюрприз! Джем и компот из фруктов, которые вы нам дали. Спасибо, Блоссом. Ой, нам хватит еды на всю зиму. Мама говорит, вы были к нам добры, и мы ответим тем же. Так, Озгуд? Да, а фрукты в банках долго не испортятся. Еще принесли! Смотри! Боже мой, что это? Это наша еда вернулась. Соленье из наших огурцов, хлеб из нашей кукурузы. О, овощи в банках, бобы и морковь, орехи из сада. И еще осталось хватит на всю зиму. А? Большое всем спасибо. Мы тут кое-что принесли. Суп из цветочных листьев. Наш суп слегка пригорел. Спасибо вам. Пообедайте с нами. Обед? Даром? Да, мэм. Друзья, друзья, прежде чем мы приступим к праздничному обеду, скажем всем спасибо, мама. Спасибо нашим добрым соседям. Да, мы работали вместе. Еды на зиму хватит. Спасибо за вкусные яблоки. Красные. Спасибо за игры. Спасибо, что мой любимый кузен живет сейчас здесь с нами. Да, спасибо. Эй, спасибо, что нам не надо есть цветочные листья. Спасибо, что здесь на ферме я многому научился. И вырастил целый урожай замечательных друзей. А сейчас было бы очень здорово поесть. Да, очень здорово. Это угощайтесь. Угощайтесь все. Снова дома. Автор сценария Бетти Бирни. Ну, Бетти, я целый год провел в деревне и стал фермером. Когда этот сад зацветет, пусть Визл, мама и папа полюбуются. Ох, как им понравится. Не выдавай меня, Бетти, ладно? Мама, пора сложить одежду Озгуда. О, папа, разве пора? Ну, конечно, мама. Ведь он здесь уже год. Ой, нет, меня отправляют в город. А я так полюбил деревню. Так или иначе, я выясню, что происходит, пока не поздно. А вот и я. Привет, дедушка. Уже купил? Да, два билета до города. О, нет. Меня правда отправят назад. Эй, Биси, угадай, что я видел. Что же, Кол? Я был на вокзале. Дедушка Усатик купил два билета в город. Ну и что? Разве это не здорово? Я всегда мечтал увидеть город и огромные небоскребы. Уехать в город и здесь все бросить. С другой стороны, надо подумать, Кол. Возможно, ты прав. И я возьму тебя в город. Обещаю! Ой, Биси, ты такой добрый! 4 на 8. Зачем тебе занавески, Озгуда, мама? Эти тряпки выкинем, я думаю. Они больше не нужны. Мою комнату кому-нибудь отдадут. Наверное, Битти. О, это ужасно. Вот шлеп. Редиску нужно как следует поливать.
Ты ведь справишься? Ну да. Надеюсь, я справлюсь не хуже Озгуда. Это была моя работа. А ведь я еще не уехал. Ну вот, мы одеты как городские. Какие мы красавцы! Да, мы отлично выглядим. Да, сэр, мы будем жутко стильными. Ну давайте, растите. Мне уже совсем скоро уезжать. А этот сад — единственное доказательство, что я был настоящим фермером. Ну, Кол, нам пора собираться. Я никогда не паковал чемоданы. Постой! Одежда не нужна. Нужна только еда. Поездка будет долгой. Возьмем побольше еды. А как же одежда? Ну хорошо, ладно. Да не стой столбом, Кол. Сядь сверху. Мне надо все проверить. Что происходит? Ничего. Почему вы смеетесь? Так. Ну, а что вы здесь делали? Озгуд, тебя что-то беспокоит? Просто я хочу знать. Я ведь ваш друг. Да. Когда не храпишь по ночам. И не хвастаешься городскими привычками. Да, Озгуд, когда замечаешь меня. Но вы бы стали по мне скучать? Ну... Озгуд, зайди в дом. Ну ладно. Ты звала тетю Молли? Озгуд, у нас для тебя сюрприз. Завтра мы с тобой поедем в город. Как? Завтра? Правда здорово? Наверное. Спасибо, что показал мне садик, Озгуд. Только ты не уезжай. Самому не верится, Фанк. Здесь, в деревне, мне было так хорошо. С тех самых пор, как я приехал сюда, все было замечательно. А вот и малыш Озгуд. Это кузен Озгуд? Ну и ну. Привет, Озгуд. Сюда. Добрый день, дядюшка. А ты, Твизлди? Привет, кузен Озгуд. Жизнь была сплошным приключением. Мы все поплывем. Давайте вперед. Нас ждет большое приключение. Вперед. Мы поплывем. О, нет. Как мы получим их плод? Мы подцепим их на крючок. Они этого даже не поймут. Вот так. Красота! Иси, я не поеду! Я боюсь! Мне тоже расхотелось, но уже поздно, мы прицепились! Ой! Мы давно преодолели изгиб реки, но здесь все точно так же, как и выше по течению. Как здорово путешествовать вместе! Правда, Озгуд? Да, но где приключения? Что происходит? Река становится бурной. Пороги! Это правда здорово! Шлюп! Берегись! Да! Смотри, шлюп! Там два камня! Может, проходим? Не знаю, получится ли. Берегись! Что нам теперь делать? Что ж, если нам удалось выплыть, то мы сможем и дойти. Что? Мы пойдем по берегу. Блестящая мысль! Знаешь, Фанк, я не хочу уезжать. И никуда не уеду. Ну, где же он, а? Не знаю, мама. Везде искали, но его с утра никто не видел. Дома его не нашли! И у ручья. И в лесу. Его нигде нет. Поезд сейчас уедет. Билеты у тебя, Биси. Зачем билеты, Кол?
Мы и так поедем. Погляди. Ты поезжай, мама. Мы его найдем, не волнуйся. Ладно, папа. Когда найдете, дайте телеграмму. А я в городе все сделаю. Пока, мама. Завтра увидимся. Вот как надо ездить. Наш собственный вагон. Да, даже не трясет. Как будто мы вовсе не едем. О! Мы не едем. Мы стоим на месте. Выходит, что мы не поедем в город. Похоже, нет, Кол. Но это не значит, что мы не можем пообедать. Ух ты! Нашли? Пока нет. Так сквозь землю провалился. Папа! Папа! Твизлди, ты нашла Озгуда? Нет, но я встретила Фанга и поняла, куда делся наш Озгуд. Озгуд, ты здесь? Ой, нет. Меня отправят в город. Озгуд! Я тут, дядя. Прости, Озгуд. Все волновались, пришлось сказать им, где ты. Я хотел бы знать, в чем дело. Дядя, я не хочу возвращаться в город. Я хочу жить на ферме с друзьями и родней. Я не брошу свой сад. Возвращаться в город? Какой ты глупый! Мама хотела только купить себе новую одежду и материю для занавесок. Потому что ты остаешься у нас на ферме насовсем, Озгуд. Насовсем? Это значит навсегда? Ура! Как ты мог подумать, что мы отошлем тебя в город, Озгуд? Спасибо, что пригласили нас, миссис Ди. Да, у вас здесь праздник. Хорошо, что вы остались. Да, мы рады всем, кто пришел сегодня на праздник Озгуда. Я уже все понял про поезд, занавески и одежду. Но зачем шлепу? Моя работа. А, это... Озгуд, просто я учил шлепа, чтобы ты мог теперь работать моим личным помощником. Ой, спасибо, дядя. Теперь я точно всему научусь. Покажешь мне, как водить трактор? Со временем, Озгуд. Чего ты взял, что мы тебя не любим, Озгуд? Здесь было так скучно, пока однажды не приехал мой любимый кузен. Значит, я ошибся. Теперь я знаю, дома лучше всего. И я всегда буду вашим полевым мышонком. Сейчас на Fox Kids Джим Пуговка. Звезды выстраиваются в знакомую картинку, а это означает, что грядет крупное международное событие. Это музыкальное событие, которое Fox Kids доставит вам прямо на дом. Все верно, это Fox Kids Planet Live. Мы собрали вместе самых ярких звезд. Girls Aloud, Big Brothers, Liberty X и целая галактика самых разнообразных звезд и ваших любимых героев Fox Kids. Ведущая программа Лиз Макларен из Atomic Kitten. Fox Kids Planet Live. Сегодня в 19:00. Готовьтесь к просмотру.